Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Азарбаба, и сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Punk Wars. Это стратегия, ориентированная на сражение и тактику, вдохновленная классическими пошаговыми играми. Действие происходит в постапокалиптическом мире, в котором руины некогда могущественного мегаполиса становятся ареной смертельной схватки между четырьмя недавно возникшими корпорациями, пытающимися утвердить свое превосходство как своей уникальной технологии, так и философии жизни. Посмотрим, что у нас тут есть в обучении, а потом уже, если останется время, то перейдем, конечно, к кампании. Игра вышла 11 ноября. Кого игра заинтересует, то ссылочка на игру будет в описании в Steam, как всегда, под видео. Но у нас будет такой первый взгляд. Поехали. Всем приятного просмотра. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям. Ну а мы начинаем. Поехали. Обучение. Приветствую, святитель. Добро пожаловать в обучение. Сразитесь со смертоносной фракцией Дизельпанк в роли лидера фракции Стимпанк. Ваша паровая технология позволит расширить базу на смертоносной пустоши, столкнуться с вражескими юнитами и не проявлять милосердия к тем, кто отвергает ваши предложения о помощи. Только ваши технологии могут победить и возглавить остатки человечества, чтобы вступить в новую эру процветания. Под вашим руководством люди будут искоренять бедность, болезни, голод и войны, или они умрут, пытаясь это сделать. Приступим к обучению. Используйте боковые зеленые стрелки, чтобы переключаться между опциями событий. Хорошо. Как видите, мы все еще находимся на этапе скромных начинаний. У нас есть несколько зданий для производства ресурсов. Это хорошо, что они не заканчиваются в ближайшее время. Но это не значит, что вы можете просто сесть и расслабиться. У нас впереди еще много дел, если мы хотим расширить базу. Прежде всего, на время обучения большинство действий отключено, и у нас нет военных юнитов. У нас есть только один рабочий юнит, строитель которой... Эй, что это там? Что это такое? Чтобы получить дополнительную помощь, перейдите к следующему событию. Так, информация по ресурсам. Объем производства за каждый ход от текущему лимиту находится в верхней части экрана. В игре используются следующие ресурсы. Еда и вода – основные товары. У нас получается 25 максимальное, находится 20 плюс 2 производства. То же самое по еде. Очки науки, используемые для развития технологий. Это рабочая сила. Вот, наверное, очки технологий. Рабочая сила доступна для найма юнитов. У нас получается один, максимум может быть 7. И пар, основной источник энергии. Каждая фракция использует разные виды топлива для своих механизмов. Максимальный лимит ресурсов, который мы можем иметь напрямую, ограничен количеством защитных башен. Ага, каждая новая башня увеличивает лимит на 5. Допустим. Строители. Это обычные рабочие, которые собирают ресурсы, ремонтируют поврежденные здания и строят новые. Угу. Для строительства здания будет расходоваться юнит. А, то есть один юнит, одна башня, допустим. Кажется, нашелся бронированный паровой локомотив, потерянный в последней схватке с варварами из пустоши. Однако он сильно поврежден и экипаж ранен. Он не сможет действовать без нашей помощи. Во-первых, нам понадобится медик, которого можно нанять в тренировочном центре. Как видите, сейчас у нас отсутствует это важное здание. С этим нужно что-то делать, поэтому постройте новый тренировочный центр. Не забывайте закрывать события, прежде чем приступить к выполнению своей задачи. И не волнуйтесь, ваша текущая цель будет отображаться во всплывающем окне. Понятно. Закройте события, чтобы продолжить. Понятно. А здесь что еще? Ваш первый строитель находится за пределами вашей базы. Выберите его левой кнопкой мыши. Чтобы переместить строителя, щелкните правой кнопкой мыши на шестигранном поле, в котором он должен отправиться. Каждый ход требует некоторого количества очков действий, имеющихся у юнита. Так, понятно. Чтобы упростить задачу в обучении для строителей и других юнитов, доступно только ограниченное количество действий. Это уже понятно. Помните, что большинство зданий, включая тренировочный центр, должны быть размещены в пределах границ. Границы проходят вдоль стены, окружающей вашу базу. Так, ну давайте, строители, получается. Чем-то, значит, похоже на цивилизацию. Так. Ну, в принципе, тоже все понятно. А сколько у него очков действий? Это у него еда. Где мне посмотреть, сколько у него очков действий? Ага, вот. Я, оказывается, не то щелкал. 6 очков действий.
Одночку 10 потребуется. Давайте я прям сюда отправлю. Или вот сюда вот. Тут, в принципе, горы. Давай сюда. Хорошо. Теперь в нижней левой части экрана. Базовое здание построить. Тренировочный центр. Дальность обзора, защита и здоровье здания. Хорошо, принять. Отличная работа. Вы построили свое первое здание. Тренировочный центр позволяет нанимать базовые военные юниты, солдаты и снайперы. Вы также можете использовать его, чтобы нанять гражданского юнита медик. Кстати, нам нужен медик, чтобы помочь поврежденному локомотиву и его экипажу. Выберите здание, обучите медика. Мы ускорим обучение, поэтому оно продлится всего один ход. Понятно. Чтобы нанять... Ну, это все, в принципе, здесь пишется. Так, выбираем тогда, получается, тренировочный центр. Сон. Пропустить ход. Нанять медика. Нам нужен один. Принять. Так, теперь нужно, получается, закончить ход, чтобы появился новый медик. Ну, давайте. Отлично, ваш медик появился на службу. Теперь нужно перепустить его ближе к локомотиву и позволить ему творить магию. Не теряйте времени, ходят слухи о приближении вражеских сил. Окей, так, медика выбираем. И... Так, ты у нас сюда не дойдешь. Два хода, получается, тебе требуется. А, всего, получается, 9 ведь очков требуется. А у нас 6, ну окей. Так, вроде как все. Кого-то нанять я больше не могу, пропустить ход. Так, хорошо. Лечение. Чух-чух, мы отремонтировали локомотив, и очень вовремя, так как мы обнаружили вражеский военный юнит рядом с нашей базой. До сих пор мы имели дело с неорганизованными опустошителями, но от одного лишь присутствия солдат дизеля, загрязняющих воздух, у меня улетучивается пар. Мы всегда это подозревали, и теперь у нас есть подтверждение. У дизеля должна быть база где-то в этом районе. Нам нужно с ними разобраться, но сначала мы должны позаботиться о настоящей угрозе. Хорошо. Так, найдите вражеский юнит миротворец рядом с вашей базой. Локомотив должен быть рядом, прежде чем он сможет атаковать, переместить его на... Ну, это все понятно, в принципе. Это все понятно. Так, ты у нас медик, пока давай, наверное, в эту сторону пойдешь. Локомотив. Ну, максимум пока ты можешь передвинуться только сюда. Ну и пока, в принципе, все. То ты расстреляешь по моей базе, что ли, собака? А как же ограждение? Не работают здесь ограждения, да? Жалко. Так, ну атаковать, конечно. А еще могу? Паровой заряд. Цель, расстояние, самостоятельно. Используйте дополнительный пар, чтобы повысить скорость передвижения и силу атаки до конца этого хода. А, это уже поздно. Это уже поздно. Так, тут у нас, получается, еще медики могут ходить, да? Так, что еще? Ну, давай повысим. Окей. Миротворцы уничтожены. Хорошо. Что дальше? Опять закончить ход?
Так, целый. Давай, наверное, попробуем здание починить, если это возможно, конечно. А, нет, у нас работники чинят здание. Медики только чисто, получается, юнитов лечат. Ну тогда вроде как все. Мы выиграли эту битву, но война только начинается. Наш бронированный паровой локомотив получил очко опыта за уничтожение врага. Почему бы не наградить их за храбрость? Мы дадим им одно дополнительное очко, которое будет достаточно, чтобы повысить уровень. Как только вы закроете это окно, вы сможете выбрать их новый перк. Окей. Так, выбираем. Так, смазка фланца. Стоимость движения минус 1. Усиленная броня. Точки действия плюс 1. Точки действия. Что это бы значило? Ну, броня, конечно, будет получше. А, завершите ход, чтобы продолжить. Все, вроде пока. Пора наращивать производство, делая то, что мы умеем лучше всего. Беспрепятственное, беспринципное расширение. Нам нужно обезопасить больше территории, чтобы мы могли строить новые здания, собирать больше ресурсов и создавать новые военные отряды. Хорошо. А есть только один способ расширить наши границы. Построить обсерваторию, защитную башню Steampunk, которая позволяет присоединять окружающие ее шестиугольники. Обсерваторию можно строить только на нейтральных шестиугольниках, прилегающих к нашим границам. Так, выберите обсерваторию в центре вашей базы. Угу. Нанять строителя. Одного? Так, ну давай. Так, завершите ход, чтобы он появился. Так, выберите недавно созданного строителя и отправьте его в пустой шестиугольник рядом с вашей базой, за стеной. За стеной. Найдите обсерваторию в категории действия «Построить здание базы». Так, ну давай, наверное, отправим куда-нибудь. Обсерватория. Замечательно, теперь мы можем строить больше, производить больше и становиться еще сильнее. Пришло время создать силу, готовую сразить наших врагов. Наша база находится на возвышенности, что ограничивает доступ к ней и от нее. К югу от нашей базы вы можете найти пещеру, которую можно использовать для перехода на нижние уровни. Но только варвары ходят пешком. Я предлагаю вместо этого построить небесный порт и покорить небо. Небесные порты позволяют наблюдать за удаленными районами. Но что еще лучше, они могут проводить боевые дирижабли. Так, создать еще одного строителя. В любой двух обсерваторий. Ну это, в принципе, без проблем. Так. Я могу, наверное, в принципе, здесь нанять его. Чё бы, нет, вдруг пригодится мне еще один строитель. Окей. Так, ты, наверное, пока спать. Ты пока тоже спать. Заканчиваем ход. Так, отправьте строителя в пустой шестиугольник внутри стены, окружающей вашу базу. Что? Небесный порт в категории «Построить усовершенствованное здание», номер 2. Ну, то есть здесь построить. Небесный порт. Поехали. Отлично. Постройте здание, выберите построенный небесный порт и используйте действие «Построить боевой дирижабль». Так, это воздушная разведка, а нам нужен боевой дирижабль. Поехали. Так, завершаем ход. Значит, ты у нас идешь сюда.
Теперь, когда наш дирижабль готов, мы можем отправить его в разведку через скалы и обнаружить врагов впереди. Но до нас доходили слухи, что где-то на нижних уровнях пустоши есть руины полуразрушенного нейтрального города. Если бы мы его нашли, мы могли бы отправить туда команду дирижаблей, получить некоторые столь необходимые ресурсы. Может быть, нам даже удастся поймать ленивых обитателей пустошей и использовать их в качестве рабочей силы. Так. На разведку тебя, получается, надо отправить, да? Ну, я, в принципе, нашел. Так, завершать ход. И что? Укрепление. Так, отправьте в этот город боевой дирижабль, завершите ход, чтобы продолжить. Ну, я отправил его в город, что дальше-то? Потрясающе! Вы нашли нейтральный город. Наша экспедиция ждет ваших приказов. Что нам делать со всеми собранными здесь ресурсами и людьми? Это простые люди, которые пытаются выжить в этой суровой среде. Но очевидно, что ресурсы нам нужны больше, и эти жители пустоши отчаянно нуждаются в хорошем руководстве. Осознают они это или нет? Однако город — это лабиринт. Если мы попытаемся забрать ресурс, у жителей появится шанс сбежать. С другой стороны, если мы попытаемся поймать их, мы рискуем, что они уничтожат свои припасы. Трудный выбор, к счастью, я всего лишь советник. Ресурсы города нам пригодятся, но его расположение и повреждения делают его бесполезным для наших дальнейших нужд. Тем не менее, нам очень пригодится еще одна точка для расширения. Мы получили сообщение, что где-то поблизости есть заброшенная башня, которую можно было бы использовать для нашей защитной башни. Попробуйте еще немного поискать пустоши, и может быть мы сможем ее найти. Так, событий. Вода, еда, пар. А, ну то есть я не могу ничего сделать, да? Принять. Нужно башню найти. Так, хорошо. Вот она. Она в плохом состоянии, но ее можно восстановить. Немного поработав, мы могли бы сделать ее пригодной для наших целей. Отправьте туда одного из наших строителей. Они смогут создать из этих руин полностью пригодную для использования оборонительную башню. Поскольку до башни далеко, мы могли бы пока заняться чем-нибудь другим. Наши строители могут улучшить все наши здания до 3-го уровня. Улучшение повысит свойства здания. Например, можно увеличить очки здоровья и дать способность атака ближайших врагов. Улучшение защитных башен увеличит количество шестиугольников вокруг и даст больше пространства для новых построек. Почему бы не попробовать создать еще одного строителя в любой из наших обсерваторий? Просто имейте в виду, что как и при строительстве улучшения здания, также расходуют вашего строителя. Так, еще двух нанять. Так, допустим, есть. Давай еще сразу одного наймем. Дальше. Отправьте одного на Гекс с разрушенной защитной башней и постройте новую обсерваторию там. Значит, ты у нас... 7 очков действий. Хорошо. Используйте другого, чтобы пообновить из ваших обсерваторий с помощью действия улучшения здания. Именно обсерваторию. Хорошо. Пропускаем ход. Так, ты у нас готов? Готов. Служба. Улучшить здание. Обсерватория. Отлично. И что? Номер 3. Ну да, мы, получается, расширились.
Хорошо. Ты пока стой там. Ну, а ты пока, наверное, стой здесь. Это мы будем долго с вами ждать. 7 ходов целых, пока он там дойдет. Можно было еще какое-то здание получить. Жаль, что как-то нельзя его, знаете, переправить с помощью дирижабля. Это было бы, наверное, быстрее и удобней. Так, что у нас здесь? Бомбовый удар. Он пока нам не нужен. Ну, опять-таки, просто пропускаем ход. Еще 4 хода. Какие-то развалины. Так, у нас, кстати, получается максимум 9 из 9. Блин, они даже подняться не могут. Отлично, построили обсерваторию. Здорово, теперь у нас есть еще одна база, которая находится в самом центре карты. Теперь никто не будет красться между двумя сторонами без нашего ведома. Угу. Потрясающе. Этот нейтральный город не представлял для нас угрозы, но с дизельпанком совсем другая история. Прежде чем противостоять им, мы должны убедиться, что наши технологии не уступают их механизмам, работающим на нефтепродуктах. Теперь вам нужно будет выбрать один из двух доступных проектов для исследования. Проекты могут улучшить вашу военную мощь и технический прогресс. Так, выбрать новый проект в верхней части экрана. Угу, есть. А нажмите на технологию зеркальная линза, чтобы исследовать снайперов. Давай. И завершите ход, хорошо. В верхней части экрана находится кнопка «Торговля». Вы можете покупать и продавать воду, еду и пар во время каждого хода, когда вам не хватает ресурсов для нового здания или юнита. Чтобы торговать, просто выберите интересующий вас ресурс, введите нужное число или используйте ползунок и подтвердите, нажав кнопку «Принять». Помните, что вы всегда покупаете и продаете за воду, наиболее ценный ресурс в пустошах. Ну, это, в принципе, понятно, что вода – ценный ресурс. На этом ваше обучение завершено. Теперь вы можете играть на карте схватки с доступом к большинству юнитов, действий и проектов стимпанка. Удачи! Обучение завершено. Поздравляю, мы прошли обучение, теперь готовы к новым испытаниям. Так, вернуться в меню, и мы с вами начинаем, наверное, кампанию. Посмотрим хотя бы, что она себе представляет. Итак, кампания. Стимпанк. Это у нас 4 группировки получается, да? Да светится имя твое, святитель. Конклав избрал вас руководить нами после смерти предыдущего лидера. Как вам хорошо известно, наша миссия по приведению человечества в новую эру недавно столкнулась с серьезными неудачами. Но я непоколебимо верю, что под вашим новым проявлением наша паровая империя восстановится и принесет спасение всем. Дизельпанк, мой лидер, вторжение прошло именно так, как вы и предполагали. Все прошло по плану. Наши войска быстро сломили сопротивление врага. Мы двинулись дальше и гнались за ними до этого места. Пришло время для последнего наступления. Атомпанк. ZBZ, строитель, как слышите меня? Добрый день. Привет. Похоже, наша новая система внутренней связи работает именно так, как задумано. Для меня это прекрасная возможность сообщить, что у нас мало подопытных. Недавние неожиданные побочные эффекты разочаровали добровольцев, и наши встречи с жителями пустоши ее привели к получению хороших образцов. И стильпанк.
А несколько месяцев назад мы покинули свою базу в поисках лучшего будущего. В нашем старом доме было многолюдно, шумно, а ресурсов было мало. После мучительного путешествия по смертоносной пустыне мы наконец-то нашли пригодный для жизни участок земли. Но вот эти пока мне более, знаете, мирные какие-то, что ли. Ну как мирно, относительно мирные. Этим нужны какие-то подопытные, эти все время хотят воевать. Пар мы, в принципе, уже посмотрели, стимпанк, поэтому давайте попробуем стильпанк. Уровень сложности пусть будет нормальный, поехали. Этим землям слишком долго не хватало сильной руки. Слабыми и жалкими были все до нас. Но время слабости прошло, теперь вы живут только сильные, как и должно быть всегда. Пришло время вернуть уважение к пустошам. В конце концов, когда сталь встречается с плотью, всегда побеждает сталь. Несколько месяцев назад мы покинули свою базу, это мы уже с вами все считали. И хотя мы прошли через долину смерти, мы выжили. Пора восстановить базу, обучать наших людей и высматриваться в поисках чего-нибудь интересного. Так, максимальный ресурс плюс 5 это событие. Принять. Так, что у нас получается здесь есть? Производство ресурсов вода. У нас пока воды плюс 3, еда плюс 3. Это у нас сталь, железо, плюс 3. Кто у нас есть? Это у нас разведчики. Это у нас кочевники. Это у нас строитель. Ну, разведчиков давай, наверное, отправим на разведку. Уволить, пропустить, охрана. Старый лагерь. Обыскать, наверное, стоило бы, да, было бы неплохо. Здесь производство ресурсов пар. Так, у нас еще есть, получается, гирокоптер. Угу. В принципе, тоже можно куда-то отправить. Сторожевая башня. Строитель. Что мы можем строить? Так, конденсаторы воды, вода плюс 1, еда плюс 1, шахта железной руды плюс 1. Да, кстати, фармацевтическая лаборатория. Мгновенно 6. А, то есть мне не хватает ресурсов. Допустим, здесь что? Это у нас количество людей. Пока у нас десятка максимум, но у нас наличие 5. Ну и здесь еще одна сторожевая башня. Я бы, наверное, отправил куда-нибудь... Но здесь нефть, здесь, скорее всего, точно железо. Здесь уран вообще добывается, неплохо. Может быть, я бы расширил бы территорию? Так, как-то так. Если я построю здесь... А, мне не хватает, им очень много ресурсов не хватает. У меня вообще, получается, ресурсов не хватает ни на что, да? Свинарник. Угу. Ну, пока да, пока ничего не хватает. Это наша военная мощь. Ну пусть пока будет так. Нанять разведчика у нас можно и еще одного строителя. При этом уменьшается количество еды и воды, если я построю строителя. Так, что у нас тут еще есть? Значит, казармы. Обучить кочевников мы с вами можем. Здесь медика пока нет. Нужны препараты. Здесь сбор припасов требуется. Проект. Это проект, опять-таки. У нас что здесь? Свалка. Так, завод. Юнитов производит.
Но чтобы это сделать, нам нужны очки науки, которых у нас вообще, получается, нет. Здесь требуется 7, здесь требуется, получается, 8. Нам пока нужно копить ресурсы. Поэтому пока, наверное, я ничего делать не буду. Хотя, наверное, найму еще одного строителя. Пусть будет. Отлично. А, проект надо все равно реализовать. Ну, давайте возьмем металлургию. Стимпанк, дизельпанк, атомпанк. То есть у нас сразу тут три группировки, плюс еще и пустоши есть. Нейтральная группировка, окей. Угу. А вот и они. Жители пустоши. Мы заметили на горизонте вооруженный отряд местных жителей. Пустоши полны нецивилизованных диких людей на грани выживания. В своем отчаянии они часто прибегают к насилию и воровству, поэтому при общении с ними рекомендуется проявлять осторожность. Как и все, они просто пытаются выжить. Если они атакуют, наши юниты будут защищаться, но мы не воспринимаем их как врагов. Тьфу, мерзкие твари, мы должны освободить их от страданий. Да ну нет, и чё? Вот так вот. Зачем их атаковать, если они не атакуют? Так, отверженные смерти. Я думал, вождь это последнее путешествие по пустыне убьет нас всех. Возвращение на нашу старую базу сейчас кажется невозможным. Похоже, мы здесь застряли. Мы сами по себе. Это означает, что здесь нет права на ошибку. Это заставляет некоторых нервничать. Некоторые оставили там свои семьи. Ты прав, человек, но мы самые стойкие, крепкие как сталь. Наши люди справятся со всем, и я позабочусь об этом. Возможно, вы что-то замышляете. Без поддержки, без надзора, это дает мне полный контроль над тем, что здесь происходит. Пришло время убедиться, что наши люди понимают, кто их единственный босс. Ну зачем так, грубо? Вот так пусть будет. Результат событий... Неудовлетворенность плюс 3. Угу. Понятно. Ну там еще неизвестно, что бы я получил бы взамен. Так, разведка. Пойдем посмотрим, что там есть. Замечен враг. Но это пока не те враги-то. Что их замечать-то? Иди пока сюда. 2 очка опыта заработали. Красавцы. Нужно еще 1 очко опыта. Так, можно пока слетать на разведку. Мы пока никого не атакуем. Мы просто проводим разведку. Так, эти пока стоят здесь. Ну, пусть, наверное, укрепляются. Так, с вами как быть? Опять-таки, строить ничего не могу. Плюс 3, плюс 3. Нужно 3, очень много ресурсов. Так, получается, пока еще у нас строителей нет. Еще строится, да? Еще один ход. Ну, давай. Кочевники пока нам не нужны. Они пока не атакуют, я тоже их атаковать не буду. Какой в этом смысл? А вот это уже плохо. Вот то, что они уже атакуют, это уже плохо. Мой ход... Это нехорошо, ребята. Я вас пытался... Ты, кстати, у нас стрелять-то можешь? Атака 1. Не, я так, получается, потеряю разведчиков. То есть, подожди, ты тоже атаковать не умеешь, что ли? Да подожди. Вот засранцы, а. Так, вы готовы? Мне тогда, получается, здесь сейчас нужны это... медики. Фармацевтическая лаборатория. Ну да, чтобы нанимать, получается, мне медиков.
А, требуется проект, фармацевтический препарат. У меня пока такого проекта нет. Чтобы делать проекты, мне, получается, нужны очки технологии. Как раз это дает фармацевтическая лаборатория плюс один. Вот давай ее строить. Отлично. Вы тогда пока у нас опять-таки придется вам ждать. Вы окопались? Они окопались, хорошо. Нужен ли мне еще один рабочий? Возможно, да. Потому что он строится-то не сразу. А, у меня не хватает воды. Отлично, прекрасно. Мне надо, по идее, расширяться. Вот и пойми, может ли он атаковать? Вот в чем вопрос. Вождь, есть новости. Как я подозревал, некоторые люди злятся из-за того, что мы потеряли связь со старой базой. Кажется, им не нравится ваше новое правление. К счастью, они не могут решить, что делать, поскольку других реальных вариантов нет. Некоторые хотят просто расслабиться и отдохнуть после долгого путешествия. Другие считают, что здесь нас ждет ничего хорошего и хотят пополнить запас ресурсов и просто попытаться вернуться. А вы хотите, чтобы я что-то сделал для них? Расслабиться? Расслабиться? В этом богом забытом месте? Они в своем уме? Дайте им дополнительный паёк. Если им не хватает энергии, но у нас есть империя, которую нужно построить. Некогда отдыхать. Если не хотят вернуться и умереть в пустыне, это их дело. Но они не заберут наши драгоценные ресурсы. Усильте охрану складов. Их старая жизнь в прошлом. Наши старые пути закончились. Есть только один путь, и он мой. Это начало новой эры. Разве они не понимают? Угу. Тоска по дому. Ну, сейчас некогда отдыхать, вы чё? Еда минус 4, спасибо. Я не понимаю, ты можешь атаковать-то врагов? А, ты можешь атаковать врагов. Но, блин, у тебя и так уже потеряно 3 очка здоровья. Так, допустим. Тебе надо куда-то сюда уйти сейчас, дружище. Иначе ты у меня сдохнешь. Так, рабочего. Могу построить-то и уже башню-то. Не, не хватает ресурсов опять-таки. Может тогда тебя завести сюда? А могу прокачать я? Тоже не хватает. Жаль, жаль. Так, ну эти окопались. Будем надеяться, что они кого-то будут атаковать. Пока получается все, опять-таки. Но ты атаковать-то не можешь. Ты можешь, в принципе, куда-то уйти. Так, ну пока все. Как так-то? Вы же укрепились-то, друзья мои. Это сейчас обидно было. Офигеть, не снайпер, что ли, блин? Стреляю через одну клеточку. Не очень хорошо. Так, давай пока разбираться с этой фигней. Что это у нас? Заградительный огонь снижает атаку юнита в выбранном шестиугольнике. Атаковать-то можешь, нет? Атаковать, наверное, ты не можешь. И промахнулся. По такой здоровой фигне ты промахнулся. Красавчик просто. Мы сейчас сдохнем просто навсего. Нас здесь жители пустоши грохнут просто навсего. Ну и все. Медиков у меня нет. Эти все бесполезны.
Ну ладно, ладно, ладно. У нас, в принципе, такой первый взгляд, поэтому без разницы. Ха-ха, минус юниты, класс. Вот тебе и заградительный огонь. Шеф, особенно агрессивная и вспыльчивая группа наших соплеменников недовольна вашим правлением. Они бросают вам вызов за власть над нашей империей. Не могу сказать, что удивлен. Пусть победит сильнейший. Хорошо, если они этого хотят, я подавлю это восстание. Принять. А у меня еще тут восставшие есть. Просто прекрасно. Молодцы. Вы можете атаковать? Атаковать вы не можете. Рабочие атаковать тоже не могут. Ну, в принципе, на этом тогда получается и все. Кочевников сейчас еще одних обучим, если успеем. И как бы наша империя на этом закончилась. Бесполезно что-либо делать уже. Не думал я, что нейтральные будут меня атаковать. То есть мы можем просто как бы ходить, но без атак. А они решили меня атаковать. Минус вертушка. Нормально, в принципе, ничего, нормально. Три хода он будет там создавать. В общем, крах нашей империи только что произошел у вас на глазах. Ладно, дорогие друзья, вот такая вот игра. Кого игра заинтересует, то опять-таки повторюсь, ссылочка в описании под видео в Steam. Ну а мне на сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Азар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.